I don't ever slow up, no, I don't take sh- I got no love. Ребята, всем привет! Вы на канале Акстар. И знаете, у всех блогеров, стримеров есть всякие разные свои тусовки, где они объединяются, делают что-то крутое вместе. А вот у нас, музыкантов, такой раньше не было. Именно поэтому я решил всех собрать и сделать что-то классное и прикольное. Сегодня самые талантливые музыканты, гитаристы русского ютуба, к сожалению, не смогли приехать. Поэтому кто есть, тот есть. Встречайте! Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Все? Да. Все, это все? Все, ребят, начинаем. Итак, ребята, сегодня у нас детская игра для взрослых. Прятки. Правила игры. 8 участников и один вода Акстар. Участникам дается ровно 15 минут, чтобы спрятаться на неизвестной им локации. Задача воды – как можно быстрее всех найти. Первый найденный игрок будет выполнять неприятное наказание. Последний получит 50 тысяч рублей. Также во время игры всем участникам будет объявлено о дополнительном призе, получить который сможет только самый отважный из них. И чтобы у вас была мотивация прятаться получше, первый, кого я найду, выполнит наказание, а последний, кого я найду, получит приз 50 тысяч рублей. Прятки была моя любимая игра в детстве. Я должна выиграть. Я считаю, я заслуживаю 50к. Надеюсь, я выиграю этот полтинник. У меня проблемы с коленкой с детства. Прятки начались. Всем приятных минутах. Итак, у вас есть 15 минут, чтобы спрятаться, и через 15 минут я начинаю свои поиски. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Что за черт? Эй! Что с моим голосом? Ты кто такой, черт возьми? Да хватит! Хватит? Ты стал говорить на английском, думаешь, тебя теперь все поймут. Я прекрасно могу озвучить себя сам, окей? Все, проваливай. Он думает, что я не смогу перевести себя. Он думает, я безграмотный. Я, между прочим, уже больше года прохожу обучение в Wall Street English. И я даже не заметил, как пролетело это время. Никаких тебе занудных учебников. Все интерактивно и в легкой форме. Я буквально могу в любое время и в любой точке планеты учиться по своему курсу, который сам себе выбрал. Могу учить слова, заниматься грамматикой, читать книги или смотреть сериалы с заданиями. И как ты думаешь, что здесь самое главное? Самое главное — это не давать заднюю. Практика, конечно. Я тренировался говорить на самой платформе. Записался в разговорные клубы со студентами из других стран. И это было сложно, не отрицаю. Но в итоге-то что? Я привык к разным диалектам, и сейчас я могу легко поддержать разговор на английском и перевести свою же речь в своем же видео. В общем, ребята, в описании я вам оставил ссылочку и скидку 40% на обучение. Переходите, записывайтесь на бесплатный урок и let's go, как говорится. 5, 4, 3, 2, 1. Как весело вообще сжать. Побежали, побежали. Я пив забыл. А все, мы начали? Да, у тебя уже 14:30 где-то. Ну ладно, что, пойдем прятаться, давайте вместе с вами. Пико, хуй. Речь спрячемся. Я на спокойно. А туда можно? Это Лёля. Так, смотрим, что тут есть. Вообще ничего нет. Ничего нет? Даже не будут искать.
Ребят, если ролик такого формата, где нет каких-то там пранков, не какой-то там чат рулетки зайдет, это будет безумно круто, потому что снимать такой контент максимально весело и классно, особенно собираться такими крутыми компаниями и видеть ваших любимых блогеров со стороны, которую вы не можете увидеть в какой-нибудь чат рулетке. Поэтому, если вам заходит такой формат и вообще видосы вот такие веселые, где мы не обязательно чем-то музыкальным занимаемся, поставьте обязательно лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, потому что если этот формат зайдет, то здесь и также продолжат выходить ролики подобного формата, где мы будем приглашать и других разных музыкантов и артистов. Так он точно не найдет. Смотрите, вот где вот тут спрятаться? Ну вот где? Ну вот где? Да нигде. Кажется, я знаю, куда мне пойти. Пошел я нахуй. С этого можно притвориться работником. Давай я тоже сяду, мы типа на уроке, короче. Мы типа на уроке, да. Вы опоздали в класс. Я долго вас жду уже здесь. Идеальное место, где меня не найдет Паша. Никогда. Че, есть тут умники? Мусорный пакет, мусорный пакет. А второй тоже брать? Не-не. Все, все ребята отстали, я осталась одна. Здесь все что-то закрыто. Дофига хочу, чтобы было и не душно, и нормально. О, я нашла какой-то класс. Может, тут посидеть? Почти как у меня после стрима дома. Я сюда не хочу. Хорошее помещение. Сверху, наверное, лучше. Да. На меня прикрывать. Трэш, ничего не видно. Я просто... Может, еще один мешок сюда, нет? Если можешь, то давай. На чиле. Сами поняли, без помощи тут не обойтись. Ну что, залезаем? Мне кажется, как будто я прячусь там, где нельзя, но надеюсь, что нет. Нихера себе! Серьезно? А он не провалится? Что, есть второй? Мне кажется, он под вами провалится, вы че? Посмотри, посмотри. Тут есть какая-то... Пацаны, можно вас попросить просто? Я сейчас залезу. Подсадить тебя и закрыть? Нет. Убрать лестницу? Убрать лестницу. Думаешь, он настолько будет запариваться? Да, ты че? За полтинник я бы, блядь, нюхал здесь ходил. Все, Пашок, полтинник мой. Я не знаю, где спрятаться. Не знаю, мне кажется, он сначала здание будет искать, а потом, наверное, только на улице. И вот выбор, наверное, пал между поддонами встать. Или чисто в бутылках закопаться, мусорки. Время кончается. Надо выбрать место. Я думаю, вот здесь. Времени уже не остается. Остается минут 5. А че все спрятался? Я просто спрятался так, что хер найдешь, блядь. Просто хер найдешь. Ты не запястье. Вы дошли место, где вряд ли? Я нет. Смотри, вот зайди, в этом кабинете есть чел. Ну вот там, скорее всего. Ну да, да это очевидно, в том-то дело. Найду сразу. Да нет. Да, а это единственное место шкаф. Шкаф? Он, смотри, как высоко. А давай по нему кого? А кто там? А тут есть кто-то? А ты кто? Да никого, блядь, здесь нет! Ну хватит палить меня, сволота! Нет, тут, мне кажется, нет варика. Ты что, хочешь? Давай, поехали.
Я буду этим чуваком погоню. Чисто ради прикола, давай я надену всю эту форму и стану здесь и буду стоять. В фильмах это работает, я просто, я каску надену и просто стану. Два вот человека можно в одном месте. Точно там. Может быть, возможно, можно и здесь. Там уже есть. А, тут уже есть, да? Андрей, здорово. Ничего себе, ты с огромной камерой заполнили. Да, Ярик здесь. Раиль, ты там с камерой как поместил? Подожди. Подожди, жарко, ты еще и спьем, что ли? Давайте на ключ закроп. Не-не-не. Нормально, слушай. Не-не. Здесь очень жарко. Не надо с ключом, да закрыл. У меня клаустрофобия, братан. Я написал песню. Не. Я песню написал. Недавно в моей жизни произошло довольно серьезное событие, и именно этому событию я посвятил трек, который я записал. И вот сейчас хочу вам включить фрагмент этого трека, и чтобы вы написали в комментарии, хотели ли бы вы услышать полную версию и историю, собственно, этого трека. Хоть все было полегало, идеальных отношений. Мы с тобой не принимали фатальных решений. Мы были пьяны друг другу, никогда не трезвее. Где мы теперь? Помню твои волосы, как я в них укутывался, забываясь полностью. Каждая минута с тобой на бешеной скорости. Мы больше не будем, мы больше не будем ссориться. Yeah. Чтобы вы понимали, еще не началось, а я уже теку. Просто капец как. Я не могу, из меня прям ручьи льются, это очень жестко. Я еще в штанах, кроссовках, топики и футболки. Все, ты тут будешь прятаться? Наверное, да. Ну все, давай, удачи. Удачи. Жесть. Не, я бы туда точно не влезла. Блин, походу тебе удобно. Подожди, подожди, нет, еще не так. Отдай ей ключ, погоди. Ты тут? Да. Тебе ключ от Раиля, смотри. Раиль, если будет кричать, он в самой крайней этой... Давай, тумбочки. Закроем ее уже. Дядя не спрятал, я спрятал всех. Сам не спрятался. Да, тут, конечно, много всего, но спрятаться особо негде. Придется сделать убежище. Блин, когда я вот так делаю, оно шатается. А это, мне кажется, хреново. Нормально, все нормально. Ребят, пожелайте мне удачи. Надеюсь, я буду не первый. Все в грязи. Мне очень страшно и жарко. Но место, я думаю, клевое. По моим данным, самое лучшее место... Вот сюда нельзя ходить. Самое лучшее место, куда спрятаться можно, это у Раиля. У меня начался остеохондроз. И клаустрофобия. Подожди, вот это отличное место. Подожди, вот тут. Мне кажется, это идеально. 5, 4, 3, 2, 1, начали. Кто не спрятался? Я не виноват. Удачи нам всем. Просто трэш. Где спрятался Раиль? У него еще камера такая. Жесть. Чувствуешь себя тем, кого боятся. А сейчас они меня боятся. Ребят, за вас. Ну, этот цоколь. Сверху лестницу и вот эти аккумуляторы. Сука. Сука.
Вау. Мне нравится эта локация. Я там что-то слышу. Андрей? Оу. Я думал, я кого-то нашел. Нет, это я. Так. Куда? Туда можно? Там что? Паша ушел. Продолжаем дальше. Рейд, прости. Так, вот здесь точно кто-то есть. Я отвечаю. И походу. Что-то мне. Где они? Где эти 8 человек? Чего? Где все? Вы что, прикалываетесь, ребята? 8 человек еще, где все? В коробке спрятаться могли? Мне кажется, нет. Слишком запарно. Ты видишь, что там пустые стены, пустой потолок и парты. Не-не-не. Есть как человек, который хочет найти место. Как человек, который хочет найти. Да, смотри, физически здесь точно никто не может быть. Ребята, 8 человек. Я никого не вижу, никого не могу найти. Братиш, как у тебя там? У меня вообще огонь. Кого-нибудь нашли? По-моему, еще никого. Пива не осталось. Чё-чё-чё? Мне пиво закончилось. Закажи себе самокат и скинь координаты. Не смеши меня, мне так страшно. Давай. Там мы были? Я не помню. Может, разбрасывать крошки под собой, знаешь? Чтобы понимать, что я здесь был. Что-то уже нифига не смешно. Но мне уже тяжело дышать. Здесь вообще воздуха нет. Всем привет. Меня зовут Ярик Бро. И сегодня мы занимаемся. А кого мы там снимаем? Тебя, получается. Я никого не нашел. Серьезно? Я прошел 2 этажа, заглянул везде. Никого нет. Ну, здравствуй. А я уверен, что здесь кто-то есть. Главное, правильно поискать. Это место идеально для того, чтобы в нем спрятаться. Не, на самом деле шучу, игра окончена. Никого. Не, я уверен. Так, еще раз. Хорошенько все проглядываем. Тут точно никого нет. Опа. Опа. Даш, ну привет! Знаешь что? Тебя спалила кола. Кола! Нет! А знаешь что еще? Что ты первая. Кола спалила тебя. Я бы туда не заглянул. Все, значит, ты в комнату сбора. Удачи! А я искать. До встречи. Да. Тогда мы, может быть, тебе наказание поменьше. Ни к чему. Я неподкупная. Ну ладно. Я очень хорошо спряталась. Я сделала себе шалаш. И я знала, что я выиграю. И в итоге я первая. Я же говорю, выиграла. В общем, мы придумали для ребят специальный бонус, и они могут рискнуть и попытаться забрать его. В центре нашей локации, во дворике, мы поместили банк, где находится 25 тысяч рублей. И все желающие могут рискнуть и попробовать выбраться из места, где они спрятались, и забрать этот приз так, чтобы я этого не увидел. Но если они попадутся, то они, естественно, проиграли. Но если вдруг человек заберет и эти 25 тысяч, и я его найду еще и последним, он заберет 100 тысяч рублей. Мы нашли одного человека. С трудом мы это сделали. Но сейчас у ребят появилась возможность забрать суперприз 25 тысяч рублей в центре локации. И я предлагаю пойти туда и посмотреть, вдруг кто-нибудь прямо сейчас не сможет это сделать. Где-то здесь рядом.
Опа! Интересное тут место. Я проверять не буду, но если человек там, кто-то сидит там, пусть он заберет эти деньги, пусть они будут его. Не знаю, как он туда забрался. Это усиленная конструкция, она выдержит человека. Не, ну он не открывается. Не, я буду в шоке. Блин, надо проверить. Хотя тут даже стремят. Хотя как он бы ее убрал, да? Ах, изнутри. Спрятали одного человека? Да ну не, жесть какая-то. Ну мы чисто так. Закрыто, все. Ладно. Что, во дворике тоже можно же прятаться, да? У танка можно? Надеюсь, это подсказка. Так, ладно, вообще здесь много мест, чтобы спрятаться. Кто-то идет. Альберт, выходи. Да ну! Серьезно? Альберт! Еще! Калико! Хотите поздравить? Ты первый! Нет, я шучу. Да, все, поздравляю. Наконец-то ты облегчил мне задачу. Жесть, если второй человек в таком сложном месте, где еще шестеро? Альберт! Хочешь 5000? Нет. 10? 10? Я спрятался в таком ужасном месте и в таком неудобном, еще и вторым вылетел. Ну ладно, зато не первым. Не-не-не, я первая, потому что победила! Просто все ободрано. Я весь грязный просто. Ребят, давайте серьезную такую перекличку, вообще кто остался. Я вижу, что Раиль еще живой. Тут как наполовину. А, все, мы здесь были. Ну давай проверим чисто вот эту комнату с манекенами. Нет, чисто физически в тех шкафчиках не могут никто быть. Могут, я уверен. Девочки же маленькие. Нет, ты че? Все, они, мы поняли, что они... В них точно не спрячешься. Шкафы эти тоже вряд ли, они заперты коробками, точно никто бы туда не полез. Что, они специально заперты коробками? Не, мне кажется, нет. Гениально. Нет, логично. Правило лабиринта. Чтобы обойти лабиринт и выйти из него, нужно идти по одной стороне и все проверять. Смотри, здесь точно никого нет. А по этой тактике мы сейчас обязательно кого-то найдем. Здесь проверяли. Трудность еще в том, что люди могут перепрятываться. И это самое обидное время. Эта часть третьего этажа полностью пройдена. Скорее всего, я приду сюда через 5 минут и буду все проверять снова. Я очень запутался вообще, честно говоря. Были здесь, мы оттуда пришли, мы там все проверяли. Я не ожидал, что так будет. Нет, еще раз, по этому месту. О. Вообще, тут скальпинг, кстати, можно было. Вообще, да. Тут прохладнее. Все, вот эта часть улицы точно чиста. Не, 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 не. Через паутину? Это через паутину как бы. Я, может, не понимаю. Я прошел весь третий этаж, везде, где можно. Все двери, весь четвертый. Не, показывать мне не надо, где, что. Я не знаю, где они. Просто, может быть, есть места, в которые я не дошел каким-то образом. Так, нужна тактика. Там все искали. Никого нет. Прям очень хорошо искали. Слишком большое расстояние. От меня очень легко куда-то скрыться. Конечно, можно гулять, и я не... Вот мы Андрея сколько уже не видели. Хотя он даже не прячется. Тоже были, 100%. Все такие очевидные места мы очень тщательно проверяли. А здесь негде. Тупо негде. Ну, там просто реально негде. Если что, пока мы ходили, я двух человек нашел. Ты их просто не замечаешь, я не знаю как. Я тебе просто не говорил. Пока мы ходили с ним... Сейчас? За эти 3 минуты? Да. Ты что, серьезно? Чего? Паша, что говорит, поверхности смотришь. Нет. Нет, здесь точно нет. Ну, точно нет. Ребята, я вышел. Пойдем.
Там, тут точно никого не может быть. Но мы их дергали, они не открываются. Не-не-не. Раиль! Раиль! Я ж говорю, он будет где-то сверху. Так издалека нельзя. С окна не считается. Так что беги, беги! Хватай бабки, хватай бабки! Я крикнул точно раньше, чем он докоснулся. Я раскидал все деньги. Я с такой чисто по приколу решил выглянуть в окно. Вижу, Раиль бежит. Я такой. Да я же сказал, что он там и будет. Когда ну, Раиль сказал, что попытался. Ну, да. Мне там надоело сидеть. А где ты сидел? Не скажу. Там кто-то был с тобой? Не был. Хотя бы деньги за риск, правильно? Я хоть денег заработал. Вы посмотрите, тут просто этот водой облили как будто. 4800 я заработал. Теперь можно и отдохнуть. Вам могло показаться, что в этом ролике недостаточно моментов, где я играю на гитаре. Но я обещаю это исправить на бесплатном онлайн-практикуме, где за один час в прямом эфире я разложу по полочкам, как играть Snoop Dogg на гитаре. А вы повторите за мной. Я жду всех 25 сентября в 13:00 по Москве на нашем разборе. Там мы с вами и поболтаем, и разыграем что-нибудь приятное, да и в целом круто проведем время. Все, что вам нужно, это перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться. Советую это сделать как можно быстрее, потому что у платформы ограничения в 1000 участников. Регистрируемся по ссылочке. Опа. Не, слишком жестко. Пиздец, он прям рядом прошел. Так, это третий день, когда я сижу. Так, я забыл, в какой стороне был тот самый шкаф. Ну, если тут кто-то есть, я охренею. Ты угораешь? Мы здесь 3 раза проверяли. Че, как ты туда залез? Как ты туда залез? Ты слышал то, что я сказал? Я все слышал, я на таком очке был. Просто. Я уже лежу из последних сил. Лестницы здесь не было, ее убрали. Я ее убрал. ₽5000, если рассказываешь, что это место. 5000 да подсказка. Ну, жестко. Так, ну если те, кого мы не нашли, понятное дело. Чисто, без обид, это моральная компенсация. Все лёгкнут, ты смотрел. Ребят, сорян. Теперь все на жестком очке. Я одного спалил. А он не знает, кто. Не знает кто-то, кто спалил. Сейчас все будут перепрятываться. Всем привет. Ну что, как тебя нашли? Это люто просто. Я уже лежал из последних сил. Дышать вообще нечего было. Извиняюсь. Приятного пива, Питя. Не делай. Я старался. Мы уже первые полтора часа я искал все сам. Сейчас у нас уже команда, потому что 3 часа прошло. Ничего нет, нигде никого нет. Как-то неловко стал. Алён, не обижайся, пожалуйста. Я не обижаюсь, просто мне кажется, что если правило, что он ищет, то это он ищет.
терпения не хватило. Потому что я говорю, посмотри все, я у меня же терпения не хватило, и я дернул эту дверь. Так, что мы делаем с Аленой, ребят? Я не знаю даже. Так это ты в окне была, что ли? Да. Да? Тебя сдали, значит. У меня телефон садится. Так, идея есть? Сейчас будем без толку искать. Давай на четвертый этаж. Манекены. Офигеть. Я просто охренею. Нет. Так, смотри, чисто теоретически. Коробка. Ну, тупо. В этом шкафу. Ну, не могли же они все этими коробками задвинуть? Да ну! Да ну! Вы чё, реально? Что вы такое? Как это так? Жесть! Понимаешь, мы сюда очень давно пришли, да? Ты все это слышала? Как я тебя жалко. Жесть. Я не понимаю. Час 40. Боже, почти 2 часа, это жесть. Реально сауна была, просто сауна. Ярик, это Андретто, как слышно, прием. Я предлагаю тебе попробовать спиздить бабки. Ну-ка, посмотри, кто у нас здесь. Ты сможешь, брат. Так, начинаем план перехват. Мы берем сейчас все деньги и их отдаем Ярику. Паша, когда придет, увидит, что денег нет, он вообще охереет, что происходит. Ярик, ты сейчас обогатеешься. Ярик, на, бабки бери. Бери бабки, брат. Сейчас я еще принесу. Пусть он это взбодрится, а то он ходит вальяжный. Это. Пусть там будет просто пустой, чтобы он вообще офигел. Говорят, что Паша расслабился. Вот как. Паша, ищи меня. Теперь план следующий. Я подхожу к Паше и говорю, Паша, там кто-то стырил деньги. Паша, там кто-то стырил деньги. Да ну. Это тебе на чай оставили, походу, 300 рублей. Осталось здесь Ярик и Лера. Украл клюм Ярик. Он такой... Лера точно сидит и никуда не уходит. Ярик украл. Я хотя бы эти заберу. Тихо. Тебе же нельзя забирать. 300 рублей забрал? Серьезно? Вообще-то мой банк. Что хочу с ним, то и делаю. Знаешь, когда походу... банки воруют, они закрываются. Мне кажется, да, что Акстар банк не очень надежный банк. Еще раз, с самого начала. С самого начала. У меня была какая-то тактика. Здесь точно нет. Эта дверь закрыта, да? Эта дверь закрыта. Все. 100%. Вот эти что за штуки вообще? Да, нельзя трогать, скорее всего. Да там жесть. Просто посвечу. Вроде нет никого. У меня больше нет догадок. Во всех аудиториях, либо закрыто, либо, по моему ощущению, я проверил все. И сейчас проверяю те места, которые просто очень какие-то безумные, самые безумные места. Это обычно, когда ищешь что-то дома, да, ты такой думаешь, да тут точно не может быть. Потом проискиваешь всю квартиру и находишь как раз в том месте, о котором ты так думал. Там никого. Паша ушел куда-то в другую сторону вообще, поэтому у меня есть возможность перепрятаться. Я ищу те места, в которые люди могут спрятаться сами. Но, как мы поняли, они помогают друг другу. Поэтому нужно вот те места, которые... Тебе кажется, что да ну нет, там заставлено, человек бы сам туда не залез. Да, они все друг другу помогали, 100%. Все, если... Подниму. Слушай, смотри, подожди, здесь отпечатки пальцев на них от пыли, свежие такие. Мы пропустили, да, только что как перепряталась она. А у нас было предположение, что кто-то захочет перепрятаться и просто придет в зал и сядет на стул. А теперь она спряталась, сидит вот здесь. А, тут прям лестница. А мне хватит протянуть туда руку? Я туда не очень не хочу. Как? Ты видел, как это выглядело снаружи? У тебя деньги? Что за домовенок? Какие? У тебя денег нет? Нет. Нет? Нету денег. Я шой! Как это нет денег? В смысле, какие деньги? А кто деньги стырил? Ярик, ты... Это жесть. Ты там такие места лютые. Я заберу. Освещаем это, да? Да он там, у него домик, кухонька маленькая, холодильничек.
Только что сказали, что нашли Ярика. Серьезно, нашли Ярика? Такой Ярик вышел из дома. Как? Там все хорошо закрыто. Паш, деньги, если что, там влазит. Серьезно? Ты что, угораешь? Стой, не закрывай! Да ты что, реально там оставил? Почему ты их не взял? Я ж там залез к тебе туда. Давайте покажу свой дом. Ну давай, но ты первый. Давай, экскурсия. Короче, смотри. Офигеть. Смотри, тут неплохо, на самом деле. Тут вообще хорошо. У тебя место офигенно. Тут холодно. Тут холодно. А ты где сидел, кстати? Ты не сидел, а просто стоял тут с телефоном. Офигеть. Ты его поднес? Нет. Ты его поднес? Нет. Да ты врешь. Нет. Кто знает, где она? Покажите, пойдемте все вместе посмотрим. Пойдемте все вместе посмотрим. Не выходи, далеко не надо идти, пойдем. Она тут уже, да? Она была здесь всегда? Я понял. Пойдем посмотрим. Но она нет. Она только сейчас здесь, да, я понял. Ну, я уже понимаю. Горячо, горячо. Поздравляю! Блин, я тебя очень жалко. Я очень сильно спотела, там синие чешки. А где ты была? Что? С Альбертом сначала первым выбежали, начали искать места, нашли эту урну и такая, ну все, я туда залезу точно. Мы вытащили эти урны оттуда, спрятали в туалет женский, мужской, я туда села, и он накрыл мне пакетами просто сверху. Вы просто крейзи, вы какие-то... Вы просто... Мы уже начали готовиться к съемкам второй части, и мне пришла идея в голову, ребят, позвать одного из вас на съемки следующей. Где бы вы ни находились, оплачу перелет, переезд, что угодно. Вот поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, и там мы каким-нибудь образом выберем того, кто будет участвовать в следующем видео. Давайте уже наконец добьем 30 тысяч подписчиков, и на 30 тысяч я организую конкурс среди участников телеграм-канала. Вот, а еще там просто много всякой разной эксклюзивной информации, и просто моя жизнь вся там. Ссылочка на экране и в описании. Подписывайтесь. Итак, Саш, ты как проигравшая. Я нашел тебя первой. Давайте поздравим, что я нашел тебя первой. Спасибо, вы лучшие! Не твое! Блин, ее спалила кола. Ну ладно, вы все увидите. Короче, тебе нужно, значит, сейчас кинуть дротик. И в этих шариках расположена записка с наказанием, которое тебе нужно исполнить. Они разные. И смотри, если ты сразу несколько шариков лопаешь, да, ты можешь выбрать из двух наказаний. Поэтому ты можешь метнуть сразу все шесть и получить шанс выбрать из нескольких наказаний. Если так. Если ты не попадаешь, кидаешь еще раз. Тоже шесть. Сама решишь. Хорошо. Давай, погнали. Я готова. Какие они острые, мама дорогая. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, я буду чуть более удачлива, чем в игре. Ладно, давайте. Все вместе считайте до трех. Поехали. Раз, два, три. Мы тут продолжим. Они сломались. Сломались, конец игры. Броски тоже не твое. Ура! Щекотки и царапки. Ну, слушай, это не самое жесткое. Простоять минуту на гвоздях под щекоткой? Ну да. Но там, знаешь, там было наказание, где тебе пришлось бы в подгузнике соска во рту говорить. Короче, я даже не буду рассказывать, но... Так что тебе, можно сказать, повезло. Повезло. Ну, быть погнали. Проигравшей. Погнали. Так, смотри, что тебя ждет. Вот такие вот гвоздики. Ты прикалываешься, как я на это встану, по-твоему? Они нереально очень острые. Жесть, ребят, на что вы меня подписываете? Хорошо. У меня белые носочки, если будет видно кровь. Воу. Раз, два, три. Отпускайте меня. Быстрее! Включай. Зеленую вот кнопку. Да. Так я должен щекотать еще. Это просто, это ужасно, это просто какой-то ужас. Меня пронизывает. Я чувствую себя русалочкой. Вы знаете, что русалочка пришла к Урсуле, к ведьме, чтобы получить ноги вместо хвоста, ради любви, все ради любви. И с каждым шагом ей очень больно было. А щекотка примерно как мне. Какая щекотка? Я чувствую только боль. Нос. А сколько там еще стоять? Сколько? Еще минуты две. Это очень больно. Это очень. Ну, ребят, это никак не работает, щекотка. Сколько осталось реально?
Быстрее. Давайте. 10 секунд будете отсчитывать, ладно? Поддержите меня. Они очень, они безумно острые. Я вам серьезно говорю. А меня не слышно, ну ладно. Слышно? Слышно. Это очень больно. 9, 8, 7, 6, 5. Дайте ручки, дайте ручки. О, боже мой. Ну, крови вроде нет. Но они... Нормально. Заморалась немножечко. О, да. В целом мне очень понравилось. Я действительно волновалась, когда ко мне заходил Акстар. А заходил он раза 4. И каждый раз у меня прям такая дрожь пробегала. Типа, все, капец. Но нет, он проходил так мимо и уходил. Мне понравилось. Мне понравилось, это было весело. Спасибо за приглашение. Я думаю, нужно устроить еще одну игру, потому что я хочу реабилитироваться. Я должен был забрать деньги полным банком и незамеченным скрыться. И в конце концов заработать 100 тысяч рублей. Это просто жесть. Провести час 30 или 35 в сауне. Причем в собственном соку, это пипец. Просто жесть. Но было круто. Мне очень понравилось. Я восхищен был. Приходите в мое уютное жилище, я теперь живу вон там, лестница номер 7. Вот. Паш, спасибо, что пригласил, всем ребятам спасибо, кто принимал участие. Очень переживал за ребят, которые сидели в тесных, душных помещениях, было очень жарко, поэтому, когда меня забрали из подвала и вышел сюда, я хотел вернуться обратно. Было тяжело, потно, трудно, но... Мы сделали это, сняли, и на самом деле хотелось бы, знаете, что сказать? Все эти музыкальные ролики, которые выходят у нас на каналах, это настолько уже все уставшее, старое, хотелось бы как-то разбавлять, и вот этот пример того видоса, когда как надо делать. И вот мы сделали для вас крутой видос. В начале самой игры прям адреналин там кристалл. Я думаю, ну блин, лишь бы победить. И когда уже 2 часа я просидела в этой свалке. Ну там, конечно, ничего не было, но в целом просто очень узкое пространство. Вот так вот калачиком была, спина заболела, все болит. Тогда уже все думаю, я уже не могу, надо вылазить. Но как только я узнала, что Паша ушел искать Ярика, я быстренько перескочила в главный зал, и все. И победа. Слава богу, меня нашли вторым. Я вообще спрятался за какой-то фанерой. Но главное, что это не победа, а участие. Всем спасибо. Итак, блин, ну согласитесь, Лера спряталась очень жестко в мусорке. Просидеть. Это пусто было. Там была глушь. Там, где было место похоже на мусорку, вот, сидела очень долго, и это очень... Мне кажется, это достойно. Приза, поэтому эти 50 тысяч рублей, они твои. Спасибо большое за это участие, за эту игру, это было на самом деле очень жестко. Короче, ребята, если вам нравится видео подобного формата, где мы там не пранкуем, где-то не играем сейчас в рулетки, что-то, а вот в таком живом формате общаемся, и вы можете посмотреть на ваших любимых блогеров и артистов с другой стороны, которую вы не можете увидеть там в обычных видосах, обязательно поддерживайте такие видео, это очень важно, это продвигает подобные видео. Все, и не забывайте подписываться на мой канал, на канал ребят, все ссылочки в описании, естественно. Спасибо за просмотр.